Друзья, всем привет! С вами вновь Александр. И я сегодня вам расскажу о коляске от немецкого бренда Moon. Моделька называется у нас Nuova. Это версия 2019 года на текущий момент. Вот, соответственно, 2017 год я уже вам показывал, 2018 год я уже вам показывал. У меня на канале есть эти обзоры. И, соответственно, в 2019 они тоже ввели небольшие улучшения. Каждый год они совершенствуют свои коляски, выпускают новые. Вообще, в целом, в двух словах о бренде Moon, нет плохой ни одной коляски у них. В принципе, цена, качество, визуально, я считаю, стильные, приятные коляски. Материалы очень хорошие, надежные, не ломаются. По ним практически нет вообще никаких гарантийных обращений. Как по мне, ну, золотая середина, цена-качество, отличное предложение. Вообще я о бренде сейчас говорю. Ну а Moon, соответственно, одна из самых продаваемых колясок этого бренда, поэтому она и достойна внимания. Сегодня мы с вами ее изучим, посмотрим, что она себя представляет. Кто вообще первый раз, соответственно, изучает коляски, будет очень полезен этот обзор. В двух словах технические характеристики. Гарантию, кстати, производитель дает целых 3 года. Это на самом деле не так часто бывает. Вес с люлькой, как сейчас вы видите, 14 килограмм. С прогулкой 15,5. В прогулочном блоке угол наклона от 95 градусов до 170. Очень-очень хороший диапазон. Ребенок прям сидит, но это вы в обзоре увидите. И 170 практически лежим. С рождения до 3 лет. Ширина колесной базы 60 сантиметров. Люлька 74-32. Большущая полноценная люлька. Вот, собственно, она перед вами. С нее мы и начнем изучение. По тканям сразу скажу. Он и в люльке, и в прогулке одинаковый материал ткани. Здесь такая, знаете, как мешковина дорогая. Вот у меня есть такой диван вот с таким вот материалом. Мне лично очень нравятся такие материалы. Они очень уютные, приятные, такие домашние. В общем, с ткани я ставлю все 5 баллов. Естественно, плотные, непродуваемые, все четко. Вот здесь я сейчас уже открыл дополнительную секцию. Она на замочке, можно ее, соответственно, закрыть. Вот здесь на замочек проводим и закрываем. Но можно увеличить. Здесь у нас есть окошечко, можно заглянуть с москиткой. В общем, с этим все хорошо. Соответственно, в ручке у нас также есть в козырьке. Также у нас есть ручка, которая, вот видите, такая вот крышечка, здесь магнитики, вот она даже на магнитике держится. Вот все в мелочах проявляется, вот качество, подход к деталям. Можно за нее транспортировать. Соответственно, также у нас здесь есть бортик, вот такой вот, чтобы нам меньше что задувало. Если мы ее опускаем, то вообще щель маленькая остается. Вот эта накидочка у нас на замочке, тоже плотненько, не продувает. У Мунов я бы особое внимание уделил матрасикам. У них очень крутые матрасики. Они даже, видите, здесь немножечко тоньше, у изголовья чуть потолще. Они очень качественные, правильный материал. Они мягенькие, но не чрезмерно мягенькие. Все же он достаточно плотненький. И, соответственно, по материалам, по матрасикам тоже 5 баллов смело можно поставить. Дно здесь у нас тоже жесткое, ровное, но, насколько я знаю, оно не деревянное. Да, не деревянное, пластиковое, ровное, жесткое дно. Но какая, по большому счету, разница, деревянное дно или пластиковое, если оно под матрасом? Главное, чтобы было жесткое и ровное основание. Соответственно, вот, просторно. Пожалуйста, ребенок нормально уместится даже в нормальном зимнем меховом, на шкуре, плотном, большом конверте. Спокойно вы сюда ребенка уместите. Как по мне, все хорошо. Соответственно, что у нас с основанием? У нас есть, смотрите, сколько ножек. Можем спокойно ее ставить на землю, не боясь испачкать саму люльку. И вот та самая ручка, о которой я вам говорил. Так, сейчас поставим с вами прогулочный блок и изучим его. Вот он, прогулочный блок. Он реверсивный, и по ходу, и против хода можно ставить, но это естественно в таких родах, такого рода колясках так всегда и бывает. Вот козырек, пожалуйста, козырек здесь большой. Можно опять же секцию одну закрыть на замочек. Так обычно везде и происходит в нормальных колясках. К козырьку, короче, претензий нет. Если сверху смотреть, ну вот смотрите, с ножками практически закрывает. Так, сейчас подниму на максимум спинку.
Да, вот получается у нас сидячее положение. И спинка здесь регулируется непростым способом. Здесь сверху есть вот такой вот такой механизм, кнопочки, рычажки, не знаю, как их правильнее назвать. Соответственно, отгибаем и опускаем вниз. И вот мы полноценно, нормально можем положить ребенка отдыхать. Вот так это все можно красивенько так завернуть, и все будет аккуратненько, нарядненько. Так, соответственно, что касается безопасности, у нас здесь пятиточные ремни с мягкими накладками на плечевой зоне. На паховой зоне мягкой накладки нет, но зато есть перемычка в бампере, но ее можно, естественно, отстегнуть. Бампер у нас тоже, как калиточка, отстегивается, и можно отодвинуть, если, конечно, перемычка отстегнута, в сторонку, чтобы удобно было посадить ребенка. Соответственно, подножка. Подножка у нас тоже регулируется как надо. Ступенька залезть ребенку, сама подножка. Она здесь в эко-коже, чтобы можно было легко это все чистить. Вот, собственно, по прогулке все. Давайте с вами теперь поизучаем раму. Потом посмотрим, как складывается. Рама у нас здесь с ручкой регулируемой по высоте. Ручка именно наклоняется, не телескопическая, обита эко-кожей. Эко-кожа съемная, можно самостоятельно снять, если вдруг повредили что-то еще. Просто в ателье заказываем новую, хоть из натуральной какой-то мега дорогой кожи, сшейте себе инициалы ребеночка и в путь. Соответственно, ручка, хват удобный, эко-кожа, повторюсь, приятная на ощупь, ручка толстая, держать удобно. Соответственно, что касается рамы, колеса здесь у нас резиновые, они здесь не надувные, это просто резиновые колеса. Амортизация, естественно, у нас и на передней, и на задней оси есть. Передние колеса блокируются, чтобы можно было преодолевать неровности. И... конечно, если были бы камеры, надувные колеса, она была бы мягче. Но тем, кто очень переживает, что он каким-то чудесным образом на хорошей, качественной коляске, повторюсь, проколет колесо, то здесь у вас это никогда не произойдет. Поэтому можете быть спокойны. Так, соответственно, багажник. Багажнику доступ у нас хороший, большой. Жесткое основание у нас у багажника. Соответственно, проблем у нас не будет. Кстати, адаптеры для автомобильной люльки, по-моему, они в комплекте идут. Адаптеры для люльки идут в комплекте. Есть дождевик для прогулочного блока. Так, ну, дождевик для люльки и прогулочного блока. Поэтому дождевиком заморачиваться вам не придется. Давайте я сейчас понажимаю амортизацию, и вы ее посмотрите наглядно. Но перед этим давайте еще тормоз оценим. Тормоз самый правильный. Оба раза сверху нажимаем и не портим обувь. Так, смотрим амортизацию наглядно. Спереди. Сейчас я так, чтобы вам видно прям было. Сзади. В общем, то, что надо. Так, давайте теперь попробуем все это дело сложить. Прогулочный блок в сторонку. Соответственно, чтобы сложить коляску, нам нужно вот здесь вот на ручке. С двух сторон есть такие как бы рычажки. Соответственно, их отжимаем. Я бы рекомендовал ручку всегда вот так делать, выгибать сюда, потому что когда будете складывать, чтобы она у вас никак об землю не билась. Соответственно, вы сами видите, она может стоять. Если только колеса правильным образом поставить, можно ее поставить. Соответственно, вот, пожалуйста, открываем. Вся рама создает впечатление монолитной конструкции. Я ее детально изучил, и, соответственно, здесь все элементы несущие, они все металлические. Ну, естественно, декоративные вот эти вот, они все пластиковые, но внутри полностью металл. Как я уже ранее говорил, коляски не ломаются практически. Естественно, какие-нибудь случаи там индивидуально бывают, но в основном все всегда хорошо. Поэтому по надежности это, знаете, как у нас Land Cruiser Toyota. Не ломается, короче, все нормально. Соответственно, проблем вы с ней знать не должны. И
цена, напомню, вот на текущий момент 46 590 рублей. Это на момент съемки этого обзора. Кстати, в ближайшем будущем будет акция на этот бренд, поэтому следите за новостями. В первой коляске в моем инстаграме тоже будет публикация, в ютубе у меня будет публикация, в инстаграме первой коляски, в группе первой коляски. Будет об этом новость, и на сайте вы тоже об этом увидите новость. Будет проводиться очень неплохая акция. Вот, соответственно, имейте в виду, что, может быть, ролик уже будете смотреть после акции. Ну, такое тоже возможно, но не обессудьте. Поэтому, даже если без акции, очень хорошая цена, очень качественная колясочка. Я ее смело могу рекомендовать. Беспроблемная вещь. Поэтому, первой коляске за предоставленную колясочку на обзор Мунова спасибо. А вам хочу пожелать хорошего, грамотного выбора коляски для вашего ребенка. И не забываем подписаться на канал и поставить лайк. И всего доброго вам. До свидания.